Всем привет. Нахожусь я в Парасольке. Это такой украинский центр в городе Сакраменто, где собираются русскоговорящее общество на базе украинского общества Сакраменто. Это церковь, это благотворительность, это вот такие вот встречи, которые помогают людям, приехавшим сюда, адаптироваться. Регистрация. Каждому человеку, который сюда приходит, выдают бейджик. Ну, как сказать, бейджик? Не совсем это бейджик. Это бумажка, на которой пишут его имя. Сегодня юбилей у Парасольки. 2 года, как Парасолька функционирует, помогает людям. Кроме всего прочего, здесь очень много, оказывается, помощи, а именно юридическая помощь оказывается людям. Вот смотрите, сколько много детей. Здесь вот площадки есть спортивные, городок. Люди могут здесь постричься. Обязательно каждая встреча. Вот Виталий. Привет. Скажи что-нибудь про Парасольку. Очень хорошее место, очень хорошая аудитория, публика, хорошие программы, теплые встречи. Ты каждый день, каждую субботу здесь бываешь? Ну, стараюсь. Тебя сегодня обстригли, да? Нет. Нет, не сегодня. Нет. Точно, мы вместе стриглись. Ну ладно, я пошел дальше. Поснимаю. Это Виталий, который приехал сюда из Новосибирска, который выступал также против войны в Украине, выходил на митинги, ну и в итоге оказался здесь. Вот дети вот здесь резвятся, играют. Пойдемте, зайдемте, покажу я, как стригут. Конечно, вы все это видели, но тем не менее. Вот аниматор, который занимается надуванием шариков и деланием всяких фигурок из шариков. В этом здании можно постричься. Люди приходят, записываются. И потом их стригут. Играют в теннис, общаются. Вот это Евгений. Привет всем подписчикам. Да. На канале Иван Американ. Да, расскажи что-нибудь про Парасольку. Почему ты сюда ходишь? Да, Парасолька устраивает такие встречи по субботам. Встречи для иммигрантов, для всех приезжих, кто проживает в Сакраменто. Люди общаются, помогают друг другу, делятся информацией, проходят концерт. Короче, отдыхают и общаются со своими. Это такой хороший экспириенс. Да. Так что спасибо им. Я тоже думаю, что Парасольке очень большое-большое спасибо. Поехали дальше. Вот люди тут играют в теннис. Пойдемте, обойдем. Далее. В футболках брендированных Парасольки. Это люди, которые занимаются организацией всего этого. Здесь можно также вот кукурузку взять. Люди подходят, берут. Гвозди вылезут. Апельсинки, чай. Здесь сегодня еще давали. Плов сегодня был очень вкусный. Смотрите. Какая обстановка хорошая. Вот мои коллеги.
Погода стоит замечательная. Сегодня я был на работе. Приехал сюда, немножко запоздал. Ну вот зонтик. Ну и как видим, да, флаг американский, флаг Калифорнии, ну и украинский флаг. Ну что, друзья, всем пока. Берегите себя, своих близких. Подписывайтесь на канал. И всех с праздником. Всем пока.